Приветствую на канале Товарняк. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все товары, как всегда, в описании и закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Довольно полезный кроха, когда требуется подпаять ножку или проводок, и нет желания разворачивать паяльную станцию или сетевой паяльник. Имею такой в наличии. Нагревается секунд за 10. Я запитываю от внешнего аккумулятора, можно брать для выездных работ. Единственный минус – жало выгорает, но если пользоваться не постоянно, то вполне устраивает. Удобный инструмент для удаления излишек припоя с плат. Незаменим при демонтаже многовыводных микросхем и других радиоэлементов. Работает за счет вакуума, разрежения, создаваемого внутри корпуса. Носик выполнен из фтеропласта и исключает замыкание между соседними выводами. Простой и ремонтопригодный инструмент. Одна из лучших паяльных паст для пайки и СМД элементов среди бюджетных вариантов. Обзоров и сравнений в сети на нее предостаточно. Содержит в себе припой в виде миниатюрных шариков и флюс, размешанных до однородной консистенции. Для более удобного нанесения присутствует лопатка. Нестандартное применение – быстрая спайка скруток проводов без паяльника. Достаточно намазать скрутку и нагреть зажигалкой.